have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы с вами в Breaking Point, и тут сейчас будет твориться очередная фигня. Да, очередная так. Фигня. Есть, я убил этого чувака, еще и стул его выбросил. Так, секунду, давайте я сейчас быстро звук подстрою. Все, ребятки, извините. Я думаю, то, что Сири не очень добрый, потому что кому нафиг нужно убирать лимонад? Он же такой вкусный и такой классный. Ну так они тебе голову отрежут и будут пить лимонад из нее, и все нормально. Но я особый лимонад, я Блин, у чувака стул катается по всей карте, хорош. У тебя рука постоянно шевелится. Это не... Блин, она в меня кидается. Есть. Ой, я должен кого-то выбирать? Да. Но я хочу выбрать эту девчушку, потому что она мне что-то не нравится, она подозрительная. Все, подозрительная вот. Девчушка выбыла. Подозрительная. Я остался один на этой половине стола. Я по сути тоже. Вон, у чувака тоже рука дергается, он такой, как будто на гитаре играет, такой брынь-брынь. Да, все, уже все. Мне нужно еще снести этого чувака, который с синими волосами, и еще и рыжую, и у меня будет моя просто пустая сторона стола. Так, они ножиками кидаются вообще-то. По-моему, один парень завис так немножко. Один прям... Это возможно. А-а-а. Кстати, теперь ты дергаешься, если что. А, теперь я дергаюсь. А у меня показано то, что я не дергаюсь. До свидания. Ну давай, давай, давай. Кого ты выберешь? Кого ты выберешь? Давай, а? Что если она просто ФК и ничего не знает? Нет, она пошла к тебе. Она выбрала лимонад, как ты могла. Я должен выиграть, я это знаю. Блин, я ничего не вижу, нафиг эту лампочку срубил? Потому что я... Стой! Да! Почему ты меня убил, когда я находился? Офигеть, когда тан-тан-тан! Что это такое? I hate this. Итак, неплохо. Первая катка, первая победа. Хорошо зашли, удачненько. ГГ, да. Спасибо, ГГ. 50 кредов заработали, хорошо. Ну, классно. Итак, поехали, следующее. На самом деле, не знаю, вот, вот этот режим приносит какой-то такой, ну, тут не всегда все от тебя зависит, но когда, ой, блин, тут выбирать надо, не надо в меня тыкать пальцами, блин. Я в тебя не тыкаю пальцами, я тыкаю в того подозрительного чувака с синими волосами. Да-да-да, кидайся. Привет, чувак. Кого же мне выбрать? Давайте, посмотрю, выбирайте меня теперь, ага. Рожечку. О! Захотели от меня избавиться в самом начале раунда, прикинь? Странно. Кого же мне выбрать? Посмотри на мою рожицу. Я ее вижу с затылка, у тебя точно такая же на затылке, как и на лице. Ты очень подозрительный лимонад. Почему у тебя постоянно рука шевелится? Ну, опять, что, видимо, баги, потому что... А? Ты на гитаре играешь? Нет, но это, видимо, опять баги-баги. Где мои звуки? Тут же ж нету звуков. Жалко. Ну, то есть они есть, но они... Можешь сделать громче, на самом деле, просто... Ну, то это тихий режим. Тут, ну что тут, прыжки, метание ножа и, все, и разбитие лампочки. Какие тут еще могут быть звуки? Это девчушка в маске черепа и с желтыми волосами. Может, это череп в маске девчушки? Наверное. Но это выглядит очень подозрительно. Надо это выглядит убить. Реально очень подозрительно. Надо ее убить. Да, надо ее убить. Вот кто это сделает? Вот та девочка это сделала, да? Да, да. Нет?
Я сделаю. Ха! А кто-то выбирает меня? Зачем? Нафига? Я выбираю тебя! Лимонад, я выбираю тебя! О, это АФК. Да. Она убила АФК. Как она Все. Могла? Я выбираю эту рыжую девчушку. Она я тоже. Чувак не успел встать вообще такой. Эта девчушка выглядит очень подозрительно. Надо ее выбрать. Опа! А, не выбирайте меня! Не надо! Да-да-да-да-да! Все вперед, убей ее! В принципе, это было ожидаемо. Это было очень легко. Давай, выбирай ее. Ее? Есть его, да. Ты че меня выбираешь? Ты че, переофигел? Переофигел. А, ну вы сражаться будете. Где? Мне что-то не нравится, знаешь что. Ты рядом со мной сидишь. Да! Ты офигеть! Ладно, ладно, 1-1, согласен. Хорошо. Второй раз мы с тобой оказываемся в финале, второй раз получается, что это, на этот раз ты выиграл 1-1. Хорошо, я, хорошо. У меня рука шевелится, я играю на гитаре. Да-да-да-да-да-да-да. Почему в чате столько надписей... Кэтка. Почему в чате столько надписей на арабском? Я не знаю, мне это не нравится. Что здесь происходит? Ну тут араб какой-то зашел. Наверное, не один. Ладно. Итак. Ага, спрятанный убийца. Хорошо, теперь нам нужно будет выбирать... Этот арабский парень выглядит очень подозрительно. Тш. Где выстрел? А, это АФК. Убийца АФК? А, знаешь, это было очень легко. А что произошло вообще? Убийца никого не выбрал, никто не знал, кто убийца, и вообще никого не убили, поэтому ран закончился. Круто. Ладно, давайте следующий. Этот мы скипнули. Итак. А, рандомный плеер будет выбирать, кого бы убивать. Хорошо, хорошо. Мне не нравится. Вот кажется, бывает. Здесь меня быстро вышибут, потому что люди не захотят со мной сражаться в конце. Мне кажется, что... Не, мне так нравится вот этот. Мне так нравится этот стол с рыбками. Прикольный. Вот если мне дадут пистолет, то я буду убивать араба. Чё ты такой расист? Я не расист! Если мне дадут пистолет, я буду убивать араба. Тут вообще-то несколько арабов за столом. Как минимум двое. Тогда я выберу араба, который больше пишет. Потому что другого араба, он только что написал смайлик. Вот посмотри. Ну да, я видел. Но это был не смайлик на самом деле. Это было ой, слово. Я не знаю точно какое, я не настолько хорошо ой, знаю. Ой, еще один смайлик, это так весело. Они друг друга сами нормально перебьют. Аня, выбирай! Фух. Аня, выбирай. Итак. По-моему, меня сейчас грохнут. А-ха-ха! Пистолет не сработал. Фух, хорошо то, что я. Ну-ка. Рядом. Это очень близко и страшно. По-моему, они тебя убьют. Это тоже араб! Он сейчас будет стрелять в тебя! У тебя пистолет не сработал! За что? Да ладно, он же не попал! Че это было сейчас? Я же явно видел, как нож пролетел мимо меня. И, блин, неужели это лаги? Ладно, хорошо. Второе место тоже неплохо. Надо убить араба, моя задача. Там три араба, выбирай на выбор, короче, такой. Кого? Я не буду выбирать араба, который пишет все время смайликами, он веселый. Вот, посмотри. А что может быть, что это не смайлики? Может быть, это... Как тебя зовут, чувак? Иди сюда. Мартин Пол? Не, Бурака Баба или что? Овка. АФК. КФК. А, это выбор оппонента. Ну да, это неплохо. Почему я не могу камеру повернуть? Я не знаю, но ты не можешь камеру повернуть. А, могу. Всё. А, ну можешь. Хватит! Не повторяй! Чё она делает?
А, нормально. Знаешь, что это было? Они просто не могли друг друга убить. О, парень, повтори мои спалики. Минус, чувак. Мне нравится этот бекон волос, и он веселый. Хорошо, убьем его последним. Ого! Не, ну неплохо так сервак лагает, ну реально, просто, то есть проходит какое-то действие, потом проходит еще секунды полторы, и только потом это действие засчитывается. Он выберет тебя. Ну, в принципе, это предсказуемо. Да ёпэ, РСТ, ну! Каким образом ты проиграл? Вот это я не знаю, у меня было такое полное ощущение два раза, что я по нему попал. Вот это было немножечко обидно сейчас. Это реально обидно немножечко, точнее немножечко обидно. Хорошо, посмотрим со стороны. Трейд реквест, не хочу, спасибо. А, френд реквест. А, нет, все-таки трейд реквест. Все. Что-то я вообще в упор не вижу, написано трейд. Я такой думаю, что такое? Еще... Да, отвали ты от меня со своим трейд реквестом, чувак. Я не буду с тобой торговаться. Ты можешь отменить трейд реквест. Где они отменяются? Стой. В настройках. В настроечках. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. О, трейдинг. Игнор трейд. Все. Такое ощущение, как будто ты копаешься в настройках 2 часа и не веришь такую огромнейшую надпись трейдинг. Вот. У меня сегодня на слово трейд какая-то слепота открылась. Я вижу это слово, но я его не замечаю в упор. Второй раз уже, да. О, не-не-не, давай. Араб, проиграй. Я верю в тебя. Давай, я верю в тебя, араб, ты должен умереть. Это было последнее видео на нашем канале. Надеюсь, никогда. Давай, так. Давай, я выиграю. Кидай! Лимонад сила. Вот так, все. Лимонад сила. Лимонад сила. Все знают, что лимонад сила. Есть! Есть! Второй раунд за лимонадом. Никакие чаи не помогут. Можешь помочь только лимонад. Почему у меня иногда... подвисает таким образом, что я не могу поворачивать. А, вот, могу. Что за прикол, я не знаю. Короче, у меня с первого раза иногда не срабатывает, я не могу поворачивать камеру. Лаги-лаги. Баги-баги. Хорошо, поехали дальше. Поехали дальше. Вот, сейчас сразу вот, могу. Будет? Голосование. Что вы в меня тычете? Не надо в меня тычить. Я в тебе не тычу. У меня вообще рука не шевелится. Что, задеревенело, что ли? Да. Кажется, в меня положили лед, и моя рука заледенела. Так. Сейчас мы этих ребят попробуем перессорить всех. Да. Гениальный коварный план, блин. А что произошло сейчас? Он встал и сел, а тот чувак исчез. Это что, он его убил, что ли? О, по-моему, ты еще пойдешь. Я вижу, что парень, у него раздвинутые руки в обе стороны. А, что, где? А, что происходит? Я ничего не понял. Я тебя предупредил два раза, говорю, ты сейчас пойдешь. Потом сказал, иди, за тебя три голоса было. В смысле? А нефиг убирать руки с клавиатуры. Сел, блин, расслабился, как на пляжу сидишь. Ну, я думал, что... То, что тебя никогда не выберут. Потому что я лимонад, понимаешь? Лимонад это святое. Ну, вот они захотели тебе голову отрезать, нормально. Но лимонад... Ну это же лимонад. Кто им поможет, кроме как лимонада? Есть! Отлично. Я думал, сейчас опять меня выберут. Нормально. Is beautiful. Is beautiful. Опа. Is beautiful. Я могу еще поднакопить немножечко 2 годика, так немножко на анимацию за 2500. Да, давай 2, 3, 4 годика, как раз будет норм. А, не помогло ему кидание ножей, прикинь. Из-за того, что я святой лимонад, я приобрету себе трейлы. То есть у меня будет трейл пришельца, потому что я инопринешельский лимонад. Это АФКшник, ну блин, потому его выбрали.
такое ощущение, как будто убийца тупой. Он не хочет убить рассказчика. Он ждет, он дает ему... Нет, он наоборот, молодец. Он дает ему время прийти. Если у него осталось там каких-то 3-4 секунды, он дает ему время прийти. Так. Надеюсь, меня никто больше не будет выбирать, потому что я лимоналик. Тебя не будут выбирать, потому что ты трупчик. Смотри, запомни это такое правило. Лимонад всегда поможет. Да. Кофе никогда так. не поможет. Мистер Белые Кроссовки против Бекона Волосова. Я верю в Мистер Белые Кроссовки. Да, Мистер Белые Кроссовки выиграл. Черт, он опасный черт. Я уверен, что сила... Нет, я вот этого боялся. А я не боялся. Что нас в конце оставят... Я-то этого убью. Я сейчас в конце оставят с белыми кроссовками. А, нормально, я выиграл. Нормалды. Да лампочку разбей. Я не могу лампочку разбить. Ладно, я победил. Все. А, вторая победа за сегодня. Круто, круто, круто. Я не хотел в конце сражаться с белыми кроссовками. Не знаю, почему у меня было плохое предчувствие, но ладно, я его победил. Нормально. Итак, следующий раунд. И что же это будет? Я думаю, это будет длинный раунд, потому что я один круто танцевал. Опа! Это был ночной убийца. Так, рядом со мной сидит заяц с ушами-колонками. Два зайца с ушами-колонками. Я убираю зайца с ушами-колонками. Они меня убирают! Кто-то меня убирает! Стой! Мы ищем убийцу! Я только сейчас понял. А, мы выиграли? А, это было легко. Да, это было быстро. Это было очень легко. Почему они подумали, что лимонад это убийца? Ну ты же святой лимонад, ты же не можешь быть убийцей. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Итак. Что же сейчас будет происходить? Очень расстрел. Интересно. А, нет, не трогай меня, не трогай. А, не сработала пушка. Если у меня появится пистолетик, я выстрелю в нее. Потому что она... Блин, почему я? Это вампир в тебя выстрелил, как думаешь? Мне отомстить за то, что меня хотели убить, или за то, что тебя убили? Ну, выбирай сам, потому что... Ты сам должен решить, кого гасить. О, ФКшник больше не ФКшник? Да. У него рука шевельнулась. Я видел, ты двигался, ты больше не мертвый. Почему меня пристрелили первым или вторым? Блин, это... Ну, я хочу убить вампира. Они меня боятся. Опа. Это было близко и страшно. Ew. Опа, пушка не сработала. Он стрелял в вампира, да? Опа. Да, есть. Что, ты зайца убил? Да. Молодец. Пуля через тебя пролетела и убила того чувака. Ты такой сиди. Опа! Вампир тебя грохнул. Надо было убивать вампира. Опа. Так, ты за кого? За уши или за белую? Я голосую за... А, их еще трое, остался белые кроссовки. Вот его убили, все нормально. Так, я хотел проголосовать за белые кроссовки. Мистер Белые Кроссовки. Уши победила. Уже... Я не хотел, чтобы уши победила. А поздно я она еще, победила. Когда меня уже почти убили, я такой, лимонадская сила. Это как звучит, как прозвучало, как ругательство. Такое, египетская сила, лимонадская сила. Ладно, пойдем дальше. О, опять белые уши со мной сидят. Со мной сидят синие уши. Знаешь, кого я первым убью? Синие уши. Это даже будет не араб. Хедшот. Я хочу выбрать синие уши. Она говорит, milkshake should win this time. Он говорит, что коктейль должен победить в этот раз. Про тебя. Только она тебя считает не лимонадом, а коктейлем.
Так, так, так. Мри. Почему у нас маскировка? Блин, черный чувак, офигеть, как маскируется. Я постоянно вижу, что там никого нету. И тут бах, оказывается, тут еще один чувак. Надо его убить. Он снял белые кроссовки. Она даже не видит, куда стрелять. Я не вижу, куда стрелять. Я серьезно не вижу. Надо его грохнуть. Стоп. У меня появилась хорошая идея. Фух, блин. У меня появилась очень хорошая идея. Надо убить черного. Я не смогу, это слишком тяжело, я его не вижу. Блин, он тебя сейчас выберет. Да не выберет он меня. Он идет к тебе! Да не выберет он меня, говорю я тебе. А, да, он не тебя выбрал, ладно. Он знает, что лимонадская сила всегда должна победить. Надо этого чувака убить, он опасен. Он слишком маскировочный. У него и нож черный. Не, ну по ножу его, кстати, можно определить, где он. Но когда он кидает нож, это опасно. Они вдвоем умерли. Так, того, черного... Что... все, ведьму выпирай. Из-за того, что меня поддерживает мистер Синие Уши, я буду... Ты как вообще так умудрился-то сейчас? Стоп, она еще написала... Чёртова ведьма! Она еще написала... Милкшейк, ты должен убить меня, чтобы ты выиграл. Ага. Но выиграл я. Вот это поворот, да? Ладно, ребятушки, на этом, наверное, сегодня пока что закончим. Ну, 3 победы, кстати, и 1 победа Милкшейка засчитывается. Ладно, спасибо, что были с нами. Увидимся в остальных бесконечных мирах Роблокса. А пока что всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек! И всем покеда! Покеда!